С тех пор, как жители селения Галашки обратились в одну из социальных сетей с просьбой отремонтировать мост, не прошло и месяца, а строительные работы уже завершены. Магомед Гериаздоев вспоминает, как трудно приходилось сельчанам, когда этим летом уровень реки поднялся на несколько метров и полностью смыл правый берег. Мало того, что жители не могли перегонять скотину, так еще и серьезная опасность угрожала детям, которые часто играют возле переправы. Впрочем, тяжелее всех приходилось сотрудникам ветклиники. Это единственное здание в селе, находящееся по ту сторону моста. Машину на той стороне оставляли, и вот оттуда вот лекарства все перетаскивали ручную. Трудно было, конечно. Больше всего жители переживали, что переправа может не выдержать еще один паводковый сезон. Однако на помощь жителям пришли сотрудники организации «Дорога». На спонсорские средства был восстановлен берег, укреплен сам мост. Это не единственная проблема, которую удалось решить. Русло, вот это русло, вон оттуда, туда к берегу, там 2-3-4 семьи где-то живут, там полностью смывает, там чуть не дошло до дома. Из-за этого вот это место мы выровняли, русло выравнивали. До 2 метров выкопали, выровняли это место. Вот бетонные, вот эти бетонные опоры среди реки они лежали. Они все время вот так смывалось на обе стороны. Из-за этого мост не держался. С эскалаторами прослез, и их тоже переворотом я поднять невозможно, но переворотом я оттащил их, и мы заровняли это место. Благодарные жители уже успели оценить новый мост. Теперь и машины здесь проезжают с легкостью, а водители не боятся до своей жизни. Магомед Гериаздоев этим утром уже успел перегнать скот. А сейчас просто пришел полюбоваться на Асу. Ведь вид отсюда открывается потрясающий. Компанию ему составляют и другие жители, которые также не могут нарадоваться отремонтированному мосту. Работа выполнена отлично. Берег укреплен надежно. Последствий опасаться не надо. Впрочем, такая идиллия в селе царит далеко не везде. Если несколько семей удалось избавить от наводнений, то буквально в 100 метрах от них жители до сих пор страдают от паводков. Раньше вот этот обрыв, он примерно был 1,20 метра отсюда, вон туда. Каждый раз, особенно летом, эта река подтекает сюда, обрыв обваливается. Надо было хотя бы вон там напрямую пробить вот этот участок, чтобы река сюда не подходила. Русло сделать там, правее реки. И все было бы, по-моему, нормально. Мартас надеется, что в скором времени эту проблему тоже удастся решить. И тогда он, как и Магомед Гирей, сможет любоваться бурной Ассани у себя во дворе, а с Новенького моста. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.